Постоянные посетители торгового центра «Окей» давно заметили и уже успели оценить благоустройство вокруг супермаркета. Это была слаженная работа администрации Кингисеппского района, ГИБДД и инвестора и владельца комплекса. Я очень благодарен Макарову Александру Афанасьевичу за то, что он не считал метры квадратные, не ставил какую-то черту на бумаге, что вот это вот зона ответственности и землеотвод торгового центра «Норд», а дальше городская территория сделана в полном объеме, и на городской территории тоже благоустройство, это места общего пользования, поэтому кингисеппцам сегодня будет, я не могу даже сказать, вдвойне или втройне, может быть, в 10 раз безопаснее ходить вокруг этого торгового центра. Здесь выполнены все работы по благоустройству. Разделены въезды и выезды с территории, оборудованы пешеходные переходы, установлены новые оцинкованные светодиодные столбы освещения и яркие знаки. Главное внимание на этой территории было уделено безопасности. Во-первых, оптимизировали движение, да, то, что являлось необходимым. Сделали безопасный въезд на данную территорию и выезд, разделили его. Разделили пешеходные транспортные потоки. Увеличили это, освещенность пешеходных дорожек и пешеходных переходов. Примечательно это место тем, что оно находится в центре города. Здесь массовые праздники проводятся, все об этом знают. И вот как раз-таки добраться сюда и пешеходам, и автомобилям сейчас уже будет наибольшей безопасностью, наиболее безопасность будет обеспечена. За это мы спокойны. Свою уверенность в безопасности дорожного движения на данной территории отдел ГИБДД выразил в благодарственном письме к президенту компании «Ростра». В благоустройство вложено порядка 7 миллионов рублей. В парковой части города, расположенной рядом, установлены скамейки, урны, светильники. Между ними аккуратные переходы. Саму территорию озеленили. Мы посмотрели, ну, как там в старину делали, где тропу протоптали, там и дорожку сделали. Вот мы в каких-то местах мы примерно так и сделали, чтобы удобно было подходить, проходить, переходить. Вот и с Иванова, и с Советской, и с первой линии, и с Октябрьского бульвара. Мы все примкнули там, где нужно было. Устройство въезда-выезда на парковку «Окея» разгрузило перекресток на улицах Октябрьской и Иванова. На последние тротуары обустроили ограждение. В следующем году работы по благоустройству планируют продолжить.